Между тем, социологи дают прогнозы на предстоящие выборы в Государственную Думу России. Так, Левада-центр в своем сайте разместил результаты опроса, проведенного с 22 по 25 июля. Респонденты отвечали, собираются ли они принять участие в выборах и какой партии готовы отдать предпочтение. 46% опрошенных хотят принять участие в выборах. 57% из тех, кто уже определился со своим выбором, готовы проголосовать за «Единую Россию». По 15% определившихся поддержат КПРФ и ЛДПР. И только 5% – «Справедливую Россию». Непарламентские партии, такие как «Парнас», «Яблоко», «Коммунисты России» и прочие, согласно опросу, набирают менее 2% голосов избирателей и, соответственно, в Госдуму не попадают, поскольку не преодолевают 5-процентный проходной барьер.